Анонс. Дата выхода первой серии турецкого сериала «Рамо». «Рамо» – это турецкий сериал, снятый не просто в криминальном жанре, а с многочисленными сценами в стиле экшен. Создатели обещают, что погонь и перестрелок будет предостаточно. Основу сериала составляют многочисленные мафиозные разборки со всеми вытекающими последствиями. События происходят в Адане. В центре внимания парень по имени Рамазан, роль которого исполняет Мурат Йылдырым. Главные роли в сериале исполнили Гюркем Свиндик, Мурат Йылдырым, Джемре Байсел, Исмаиль Эге Шашмаз, Экин Коч. Дата выхода первой серии криминального турецкого сериала «Рамо» запланирована на октябрь 2019 года. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Приятного просмотра!